Приветствую всех! С вами Низирамос, и мы продолжаем играть Tormented Souls. И я действительно посмотрел, какие у нас концовки. Так, у меня что? У меня сейчас... Да, блин. Вот так. Я загрузил сохранение. Лифт не работает. Ага. Погодите, а если я загружу... Вот это сохранение. До спуска. Потому что я посмотрел. Мне нужен... Нужно взять болторез. Я вообще про него забыл, если честно. А его... Это была тупая идея про него забывать, потому что... Не зря прожектор нам оставили включенным. Не зря. Так, сейчас мы отправляемся на нижний уровень. Я не знаю, надо финального босса бить или нет. Подозреваю, что... Может быть и нет. Потому что мы должны исцелить, насколько это возможно, Анну. Взять болторез, который за ней находится. И свалить. Правда, мне интересно, а что мне помешает свалить? Но то, что надо ее спасти, именно шприц использовать, это понятное дело. Кстати, а вот здесь мы на лифт приезжаем, да? А, после босса, и здесь уже лестница разрушена в итоге. Мне просто интересно, мне надо обязательно, в обязательном порядке бить этого существо из сердца, которое. Хотя, знаете... Знаете ли... Для полноты картины давайте все-таки попробуем его убить. То есть мы сначала... Так... Мне вот сюда надо загрузить игру. Да, сейчас убьем это чудовище. Ну что, да, мне кажется, нам не должны дать вернуться назад. После битвы с монахами этими. Потому что было бы нелогично без финального босса уходить. Какой-то из дневников мы не нашли. Цех забоя, да. Так, мне нужен пистолет. Так, пропускаем. Берем дрободань. Ага, согласен. Я понял. Если ошибиться, то... То он сразу
активирует. Это логично. Первый раз я прям очень удачно это сделал, что ни разу не ошибся. Как-то очень резко что-то Каролин начал поворачиваться. Во, удар. Не хватало на этой фигне. Понятно. Не достаю тут. Слишком далеко. Ладно, пофиг. Кстати, название концовки хорошо подходит под то, что я действительно забыл, для чего мне может пригодиться болторез. Так, вот туда куда-то вроде бы, да? Так, убираем пушку, тут уже больше монстров нет. И возвращаемся назад. Знакомым путем. Кстати, мы получили не плохую концовку, а среднюю. Потому что был еще вариант получить прям совсем плохую. Кстати, да, точно, я вспомнил. Я не смог бы вернуться назад, потому что там, где 4 культиста напали, там же дверь, через которую я пришел, ее закрыли изнутри. Так что я не смог бы при всем желании вернуться. Так что хорошо, что я сразу с этого пошел и не стал тратить еще больше времени на попытку без финального босса пройти. Ну, кстати, хорошо, что у меня есть то сохранение. Плохую концовку мы тоже посмотрим. То есть там все по сути то же самое, только надо вместо... Ну, в общем, потом. Когда до нее дойдем, о ней и поговорим. Убираем. Эту фигню она нам не нужна. Ставим эту фигню. Она нам нужна. К
кабинет для испытаний. Если бы еще тут дали потом прибить этого Ноя, прям дробину ему в башку засадить, в его дурную. Anna, I came back for you. You cut the chain. I told you I would get you out of here. Now we need to escape to a safer time. A time? I mean, a place where we are safe. I don't know if I should trust you. Besides, I have to find Mother. Those men took her. I understand you want to find her, but those men in hazmat suits will be back if we don't leave right now. We don't have anything to fight them with. It would be better to go to town and get help. Then we can rescue your mother. Do you promise we'll be back for my mother? I promise, but you must trust me. Okay. Переговорная. Главный холл. Here, everything is completely different. I don't recognize the main hall at all. Something strange is happening. I feel as if I don't belong here. I can't explain it. I will explain in due time. What's important right now is us getting out of here. Do you trust me? I think I can trust you, miss. You don't need to call me Miss. Just call me Caroline. Okay, Miss Caroline. I'm sorry. I mean Caroline. That's better. I know all of this is strange, but I will explain everything. Yes. Так, ну и здесь нам делать нечего, я так понимаю. Нам даже уже второй этаж заблокировали. Просто используем ключ. Итак, да? Сестры? Anna, I'm aware that my actions were wrong. Once you find out the truth, I hope you can forgive me. Anna. Так, ну и вот таким вот образом мы с вами свернули пространственно-временной континуум в бублик и вытащили Анну из прошлого в настоящее. Она теперь не ровесница Эмми, но, по крайней мере, она жива и, соответственно, не будет всех тех многовековых страданий, многолетних страданий в этих подземельях, мутаций в монстра. Оно и пошел нахрен.
Так, ну, титры мы уже смотрели, поэтому. Концовка. Опека. Ну, здесь примерно все, как и было. Ну, только вот разве что концовка другая. Так, ну давайте на этом закончим данную серию. Самую плохую концовку посмотрим уже в следующей серии. На этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих сериях. В следующей серии. Всем пока!